С Новым годом, дорогие подписчики! По-прежнему с вами Димка Дифер, и сегодня в этом ролике мы продолжаем играть на Блэк Раше. Друзья мои, обязательно приходите играть вместе с нами по ссылочке в описании, скачивайте проект и начинайте играть на сервере Казань. Друзья мои, игру можно установить как на айфоны, так и на андроиды, а также при регистрации не забывайте указывать мой промокод хэштег промо, активировать промокод, и вот сюда нужно писать таким образом хэштег Димк, благодаря которому ты получаешь VIP-голд, скин Моргенштерн, Штерна, шарик и гелик на 12 часов. Ну а сегодня, ребята, я вам расскажу о новых промокодах, потому что каждый из вас наверняка на Новый год хотел бы получить кучу подарков. И мы откопали аж целых 9 новых промокодов, которые вместе с вами сегодня и посмотрим. Но не торопитесь вводить новые промокоды, потому что прошел Новый год, у меня появились новые денежки, которые я хочу разыграть среди вас, дорогие мои. Аж 3000 блэккоинов на любом сервере проекта. Для этого поставь лайк, подпишись на канал, как это сделать этот парень, и напиши кучу комментариев. Кстати, он победил с 20 комментариями под этот ролик. Тем самым ты сможешь спокойно получить свои 3000 блэккоин. Ну а теперь, ребята, давайте-ка вместе с вами мы будем вводить новые промокоды, смотреть, что нам вообще добавили. Сразу же первым давайте-ка введем это темка. Вот такой вот прикольненький промокод, который дает нам аксессуар маска Мишки, VIP Silver на 1 час и скидка 15% на товар из магазина. Кстати говоря, я покажу то, что у нас действительно новый аккаунт, очки уровня 0 из 8, то есть я реально его создал специально, чтобы продемонстрировать вам, что все промокоды сейчас работают, поэтому обязательно их вводи. Далее давайте-ка введем такой промо, как пацан. Просто вот такой промо пацан, который дает нам, опа, 2 скина, 3 тачки и скидку на товар из магазина. Вопрос, что там вообще за товар из магазина? А ну-ка, во-первых, это у нас 30 дней, опа. И новогодний мишка, 30 дней, ребята, это очень выгодно. То есть, во-первых, вы сейчас, если задонатите, то, в принципе, потратите в 2 раза меньше, потому что X2 у нас на проекте. И, кстати говоря, если вдруг вы смотрите этот ролик, у вас не X2 на проекте, то в таком случае давайте-ка введем промо UPD1710. Он как раз-таки позволит тебе получить купон X2 на 12 часов, а также 3 новеньких тачки. Это вообще самый сок. Ой, как там холодно на самом-то деле. Давайте-ка, ребята, вместе с вами немножечко отогреемся в магазине и введем еще парочку новеньких промо. Во-первых, давайте-ка введем такой промо, все-таки как New Year, то есть Новый год. Вот так вот он вводится, и мы получаем, давайте-ка смотреть, новый скин и 3 классных автомобиля. Посмотрите на это. Вопрос, что по скину? А ну-ка. Это что такое? Это что такое? В смысле? А что это? Это... Смурфик чисто в натуре. Охренеть. Ну, вот такой вот, в принципе, обмороженный какой-то пацанчик, ребята, нам достался. Ну, как бы тоже неплохо, соответственно, их я, конечно же, эти промо вам рекомендую вводить и самим побегать, как вот утюги в натуре. Вот такой вот промо, это, ребята, еще какой-то новый скин и 3 классных тачки. При этом не нужно никакого 3-го уровня, ничего не требуется, мы сразу же можем, соответственно, одеть. Ха-ха, это что такое? Натуре? В смысле? Это кто вообще? Это эльф какой-то? Да ладно тебе! Офигеть, ребята! Ну, это, конечно, прикол! Ладно, погнали отсюда, выйдем. В принципе, уже будем, как говорится, на людей смотреть. Опа! А куда делся мой скутер? В смысле? Я только к нему подбежал. Ладно, давайте-ка новый арендуем. Поехали вводить новые промокоды. А, и, кстати, ребята, не рекомендую вводить их так, как это делаю я, потому что они могут спокойно закончиться, и все это будет в одно же время. Поэтому сначала пускай какой-то закончится свое время действия, вы вводите потом и следующий. Так, давайте-ка здесь введем новый промо. Утюг мы уже писали. Давайте-ка введем Ералаш, ребята. Вот такой вот промокодик на самом деле. Да, вот такой вот промокодик, который дает нам скин BMW i8, Nissan GTR и Toyota Supra. Так, а что по скину, мне прям интересно. Да ладно. В натуре Ералаш. Чего? Ребята, плюс чат, кто смотрел фильм... Не, это не похоже на Ералаша. А вот сериал, конечно же, ребята, это слово пацана. В любом случае, некоторые промо я как раз-таки откопал в пасхальных источниках. Да, ребята, пасхальные источники, которые от нас скрывали данные прикольные промо. Неизвест... Или что это? Неизвену. Что-то такое вот, короче. Промокодик, который дает нам маску снеговика и скидку на товар из магазина. Солидно. Так, идем
далее и вводим, ребята, такой промо, как «Где кнопки?» Вроде как так он вводится, если я не ошибаюсь. И да, мы получаем аксессуар «Маска деда» и скин, точнее скидку на 15% на товар из магазина. Ребята, на самом деле прикольненькие промокодики. Не все, конечно, классно жесткие, но все равно какие-то из них есть и очень даже дают неплохие такие подарки. Кстати, Новый год же на дворе. Давайте-ка, быть может, кому-нибудь реально подарки позаносим, если будет открыто. А чего нет-то? Так везде закрыто, к сожалению. Ладно, в любом случае, пока да, все закрыто. По итогу нас никто не ждет. Но я, вау, попадла в какую-то классную комнату. Прикольненько. Что тут еще есть? А, ну и все, походу, да? Я понял. А, нет, вот еще сюда можно забежать. Вообще солидно. Опаля, вот тут мы и смонтируем наш ролик. Так, ладно, давайте-ка далее введем еще один такой промокод, как, ребята, сюрприз. Да, ребята, промокод реально так и называется, сюрприз. Вот такой вот, ребята, у нас этот промо. Вот так вот мы его вводим и получаем рождественские рога и скидку на товар из магазина. Вопрос, что там по скидке? На самом-то деле очень-очень-очень много, ребята, нам по скидке в итоге достается. Реально, вот то, что нужно, то и вводите. Так, окей, давайте-ка теперь введем еще несколько промо, а именно BlackMM, ребята. Такой вот промокодик, который нам дает вот столько классных тачек, и Bugatti, и Bentley, Ferrari, Merz, вообще кайфули. А также, ребята, введем такой промо, как Friday 13. А так вот он вводится, и мы получаем, ребята, еще 3 скина и техикон на 3 часа. Так, окей, это не все, ребята, еще несколько промиков мы, конечно же, сегодня введем. А UPD мы уже вводили, поэтому давайте-ка введем Barrel of VU. Вот такой вот промокодик, который дает нам BMW M5 на 2 часа. И далее, ребята, BR Love Y. Вот так вот мы вводим его и получаем еще кучу тачек на подходе. Ребят, конечно, это не все промокоды, которые вообще есть на Black Rush. Смотрите мой прошлый ролик, я их сюда выносить не буду. Сегодня были чисто реально новые промокоды, которыми я хотел с вами поделиться. Поэтому ставьте лайки, не забывайте, конечно же, подписываться на канал. И всем пока-пока.